Здравствуйте. Мы с вами находимся в двухкомнатной квартире площадью 85,5 квадратных метров. В прихожей в первую очередь нужно обратить внимание на специальную нишу для шкафа-купе. Здесь вы сможете хранить вещи, сезонную одежду, обувь. Сама прихожая достаточно просторна – 12,9 квадратного метра. Проходим к раздельному санузлу. Уборной на 3,8 квадратных метра и ванной на 6 квадратных метров. Это очень функционально. Никому не придется ждать, пока кто-то из домашних освободит ванну. Перемещаемся в кухню-гостиную площадью 25,8 квадратных метров. Это достаточно просторная площадь для того, чтобы разместить всю необходимую бытовую технику и кухонный гарнитур, обеденную мебель и телевизор. Из кухни есть выход на вместительную лоджию площадью 13,4 квадратного метра. Здесь можно устроить релакс-зону для чтения или коктейльную. В жилой комнате на 29,9 квадратного метра можно реализовать любой сценарий. Решите, будет ли это спальная с большой кроватью, книжным шкафом и мягкими креслами. Или это будут разделенные на два самостоятельных пространства кабинет и спальня. Удобно, что из этой комнаты вы также можете попасть на лоджию, чтобы утром сделать бодрящую зарядку и пойти на кухню готовить завтрак. Югстрой Империал. Жилье со знаком качества.